данные на 6 часов вечера. У нас проголосовало 109 510 избирателей нашего муниципального района, что составляет явку избирателей 55,24%. Явка достаточно, ну, будем считать, неплохая. Как я говорил до этого, на избирательных участках народу много. Мы ожидали, что до обеда основные избиратели все пройдут избирательные участки, но тем не менее наши избиратели очень активные, они идут на избирательные участки и хотят.